прошла минус ранних подъемов. Фантастически. Лёша жалуется. One, two, проснись и пой, как говорится. Я сегодня хотела встать в 5 утра. У меня не получилось, как вы поняли, потому что... Я не знаю, кстати, почему. А, я поняла, просто я вчера легла спать специально заранее и долго не могла уснуть. И вот, видимо, вот этот вот час, который я усыпала, видимо, сейчас я его потратила просто на сон. И в итоге проснулась на час позже. Ну, ничего страшного. Я в такие моменты, когда собираюсь проснуться в одно время и проспать в другое, вообще стараюсь себя не винить, потому что иногда организм лучше знает, что для нас лучше. Вот. Капец, такой холодный ролик. Всем советую положить его в морозилку. Прекрасно. Я всегда стараюсь хотя бы 5 раз в неделю делать либо мини-йогу, обязательно растяжку с утра. Еще катаюсь на вот этом вот валике. Прекрасно, потому что мое тело просыпается, оно немножко растягивается, пробуждается. Это чудесно. Очень люблю, когда утром, когда я готовлю завтрак, на кухне нет ни единой грязной посуды. Мне так спокойнее, вот когда, знаете, все чистенько, все расставлено, нет никакой грязной посуды, все вымыто. И вот теперь я могу спокойно готовить завтрак. Сегодня будем делать тосты с форелью. Давно такого не делала, если честно. И нам еще потребуется сыр. Блин. Ну все, теперь приятного аппетита. Только я могла так уронить, вообще забыли. Приятного аппетита. Тут черный чай, не знаю с чем, но какой-то с каким-то вкусом. Всегда, когда я начинаю снимать какой-то влоговый ролик, я всегда перед этим зачем-то смотрю влоги других ребят, ну, которые новые вышли. Сейчас, например, Лиза Рудкевич смотрю. Не знаю, зачем я это делаю, видимо, для насмотренности, для какого-то вдохновения. И вот когда я посмотрю вот эти вот влоги, именно с точки зрения человека, который их снимает, монтирует, я еще больше почему-то хочу снимать. Если у меня есть настроение и самое главное желание, то, конечно, поле не было бы поле, если бы не показала уборку. Я немножко иногда прибираюсь с утра, чисто для разминки.
Так, сейчас я буду собираться, немножко подкрашусь, потому что потом после йоги мне надо будет еще идти по своим делам. Также я в Телеграме просто за 3 минуты продала кроссовки. Вот эти вот кроссовки, может быть, кто-то видел в каком-то видео. А, не падайте! В общем, не ношу и просто выставила в Телеграм-канал. Типа, ребята из Питера, кто хочет забрать, я отдам сама лично. И просто за 3 минуты девочка нашлась. Классно, люблю за это Телеграм и вас. Кому интересно, какими продуктами я пользуюсь, это тени для бровей, гель для бровей от, не знаю даже кого, Эвелин. И также мои любимые консилеры Maybelline Fit Me. У меня оттенок 0,5. Я не знаю, вам видно там или нет. Ну, в общем, вот так вот. Стараюсь краситься мало, но зато natural makeup. Я вот этим вот консилером пользуюсь уже, наверное, 4 года, может быть, даже 5 лет. Я не знаю, сколько я штук купила за все 5 лет. Простите, пожалуйста, там у нас ремонт наверху прекрасно любимый. Я пробовала разные другие, но именно вот эти по текстуре самые-самые лучшие. Они такие легкие, но в то же время все маскируют. Я в буквоеде на днях купила такой вот шопер, посмотрите, он просто гигантский. У Карины примерно такого же размера. Он просто гигантский, туда влезет, мне кажется, пол моей жизни. Не знаю, ладно, все, я пошла. Паки-паки-паки-паки. Паки-паки. Я еле нашла вход. В итоге я опаздываю на 3 минуты. Мне еще надо одеваться. Ой, я что, не нажала, что ли? Мы же едем? Я не понимаю. Почему мы не едем? Правила пользования. Ну, мы едем. Не совсем поняла. В общем, я очень долго искала вход, заходила в их инсту. Потому что я первый раз ненавижу приходить куда-то. Ладно. Это было просто мега жестко. Я первый раз, когда ходила, может быть, видели во влоге, когда я ходила на такую вот йогу на гамаках в Вологде, там она, знаете, была, оказывается, очень даже лайтовой, потому что здесь я просто офигела немного. Тут вообще было все совершенно абсолютно другое, не так, как это было на первом разе. Но я в любом случае не здесь ходила. Я специально включила диктофон, потому что тут очень громко. Вот. Интересно, я прям вся вспотела, если честно. Сейчас иду завтракать 2 дубля. И делать еще мне надо домашку. Снова. Let it burn.
поняли, да, что я решила? Всегда я набираю ванную, ну как всегда, в этой квартире еще ни разу. В общем, я набираю ванную, люблю это делать по вечерам. Но я подумала, почему бы не сделать себе такой спа-час, ну, спа какое-то время, в утренний период. Красиво жить не запретишь, правильно? Поэтому сейчас мы делаем маску. Отлично. Я немножко привыкла к воде. Кто говорил, что нужно наливать ванну только вечером? Мне кажется, с утра, особенно когда есть время, конечно, может быть, по выходным, это очень даже классно. А еще лучше делать себе роликом холодным с морозилки, массаж, когда ты в маске. Это прекрасно. В таких моментах я и проявляю любовь к себе, к своему внутреннему ребенку. Я, кстати, познакомилась с новым брендом, который называется Friendly. Как раз-таки соль, которую я добавляла к себе сюда в ванную, вы видели, она как раз-таки от этого бренда. У них очень чистый состав. Сейчас вам постараюсь увеличить. Специально включила фонарик в состав. Натуральная соль мертвого моря. 100%. Натуральная морская соль. И все. То есть самый чистый состав, что ни на есть. Вода, которая льется сейчас из-под крана, мне кажется, это специфика весны во многих городах, она очень сильно мне сушит кожу, не только кожу лица, потому что я ее постоянно увлажняю, все равно бесполезно как будто бы, но также и кожу тела, поэтому я стараюсь всегда все всячески увлажнить. Можете уже начинать скринить. Итак, первое, масло для тела от бренда Friendly. Я раньше недооценивала текстуру масла, думала, что это очень жирно и очень неудобно, но на деле именно вот это вот масло, оно быстро впитывается, также дает классный эффект увлажнения, кожи, и плюс приятно пахнет. У ребят еще есть очень классная линейка по уходу за кожей лица, также за волосами, за бровями, за ресницами, разные пенки для умывания. Я вам могу посоветовать два таких вот масла для лица. Есть обычное и есть с жасмином и лимоном. Я наношу масло просто массажными движениями вот так вот. Пальчиками делаю и массажными движениями наношу. Обычно это делаю вечером, один раз в день получается, потому что утром, мне кажется, это не особо рационально, так как я потом делаю макияж, и как-то с маслом, мне кажется, что не очень, ну, мне лично неудобно, поэтому я делаю это на ночь, и потом, когда уже все впитается, кожа становится максимально увлажненной. Для ребят, у кого очень медленно растут волосы, советую масло для волос. Снова же с натуральным составом. Вы просто вот так вот берете, открываете. Я же ее недавно открывала. Открываете пипетку. Снова же массажными движениями наносите на корни волос, оставляете и потом смываете. Лучше снова же это делать вечером, потому что один раз было, как я в школе нанесла репейное масло на волосы, не смогла смыть с пятого раза и в итоге пошла с жирными волосами в школу. Я никогда не забуду это. Это ужас был. И также еще, кстати, я могу вам посоветовать такой вот кокосовый скраб с сахаром. Все фавориты, которые я вам показала, вы можете заказать на Озоне, где, в принципе, заказывала и я. Там в разделе бренда есть весь ассортимент от пенки для умывания до разных масел, скрабов и всего остального. Еще я у бренда Friendly попросила скидку для вас на 30 дней. Она здесь будет указана на экране. Можете пользоваться, заказывать все, что вы там захотите, бренда Friendly и Сазона, пользоваться моим еще промокодом, вписывайте его, и в течение 30 дней у вас есть скидка, возможность, точнее, на такую скидку, поэтому ассортимент весь оставлю внизу в описании ссылками на Озон, заказывайте и обновляйте, пожалуйста, уход к лету, это важно. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол по протоколу протоколом запротоколировал, как интервьюером, интервьюируемый лигурийский регулировщик, чисто-то нечисто, рапортовал. Сегодня я иду на мастер-класс по свечам. Первый раз буду сегодня делать свою свечку. Не знаю, что из этого выйдет. Погода в Питере снова октябрь. Нет, я не жалуюсь. Нет. Я не жалуюсь. Нет, я жалуюсь. Лёша жалуется. Ужасно. В общем.
впервые для себя пришла раньше, на 15 минут, на 10. Это шок, потому что обычно я опаздываю. А тут я пришла заранее, мне даже непривычно. Ищу офис 17. Он так движется, и только вот в этом вот воске видно тот самый шнур. Если хочется, его давайте можно использовать, да, он никак так... Разоковато. Я пришла с мастер-класса по свечам и забыла с вами поделиться своими впечатлениями. Мне понравилось. Правда, в один момент мне показалось, что для меня это было очень-очень легко, потому что, наверное, этот мастер-класс, он рассчитан больше не для каких-то продвинутых ребят, а именно для детей, для взрослых, то есть просто, знаете, попробовать, кто вообще никогда с этим не сталкивался. Это прикольно. Вот именно как опыт, да. То есть это такое достаточно медитативное занятие, когда ты сконцентрируешься на выборе аромата, там, у тебя работают все возможные рецепторы в твоем организме, ты там выбираешь цвет свечи, это прикольно, выбираешь декор. Вот, но я, конечно, хотела бы делать немного другие свечки, немного другого формата, но это уже, наверное, другая история. На самом деле, очень люблю ходить, полюбила, точнее, ходить на разные хобби и на разные занятия, которые новые для меня. Это во мне, возможно, развивает какую-то разносторонность, и вы тоже ходите, потому что не стоит думать и включать в себе синдром самозванца, что вы там будете как белая ворона, у вас там ничего не получится. Вообще нет, это наоборот очень классно, делать что-то новое. Это развивает и критическое мышление, и фантазию, и что-то новое зарождается у вас в детстве в голове благодаря особенно творческому процессу, когда вы делаете что-то своими руками, у вас также развивается мелкая моторика, новые нейронные связи, новые нейронные пути. Пошла уже куда-то, не знаю куда. В общем, ходите на разные мастер-классы, это классно. You know I saw it. Your words like little knives. Part of me thought you would have fought it. Просто сейчас я чихну. Can't say that I was surprised. Я уже поделилась в телеграме, что я нашла минус ранних подъемов. Это то, что я после обеда хочу очень сильно спать. Я взяла себе маленький латте. Я, кстати, почему-то стала реже пить кофе. Полюбила больше матчу. Еще я забрала посылки. Так, сейчас я вас поставлю немножко. Месяц наконец-то пришла моя одежда кое-какая. Это магазин Макрокосм. Давайте вместе откроем. Fine. Они всегда прям очень подходят к работе с деталями. Посмотрите, открыточку положили, значит, еще одну открыточку. Так мило. Очень люблю магазины, очень люблю вообще любые бренды, которые не забывают о деталях. То есть какие-то открыточки, наклеечки, может быть, письмо, послание. Это безумно мило. И мне, как человеку, который замечает детали, фантастически. Хочется еще у них что-то купить. Так, у меня здесь серые штаны, про которые я вам рассказывала как-то давно, может быть, месяц назад или пару недель. Буду их сейчас мерить, не знаю, как они подойдут мне или нет. Вот, и также у меня такая вот базовая бежевая футболка в размере M. Наконец-то она у меня есть. Все вот эти вот вещи, и не только эти, я покажу, наверное, в мае в отдельном видео про мой гардероб. Только что поняла за монтажом, что у меня нет концовки этого видео. Посмотрите, я его сейчас монтирую в таких вот классных носках. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Вот, увидимся с вами, возможно, даже что на этой неделе. Не знаю. Вот такая прическа классная. Называется «Утренняя». Вот. Все, увидимся. Очень сильно вас люблю.